Близзарда великолепны. Это был у нас медленный стелс, вот большой, ой, быстрый, точнее, мы быстрее чуть-чуть передвигаемся. Ну да, ладно. Пойдем делать мы квесты дальше. Сейчас на очереди у нас задавить 20 пиратов. Квест очень стрёмный, потому что когда мы давим этих пиратов, нам дропаются вещи. То есть нам надо собрать всего 20 таких вещей, украденного добра, как это названо в игре в самой. Вот видите, мы убили, задавили бедную тетку, и она нам скинула пакет с вещами. Почему так происходит, я даже не догадываюсь. Вот по какой логике пираты, когда умирают, отдают свое награбленное добро. Ну, вот так вот решили Blizzard. Таких вообще пиратов везде очень много. Так, ну, пока что мы будем по пути давить их, но все же отправимся делать наш главный квест. Это украсть из банка свои старые вещи. Вот банк. Вот он банк. И сейчас вот внимательно смотрите за стримом. Это новый ивент, который придумали Близзарды. У нас есть панель управления. На ней 5 умений, с помощью которых мы можем вскрывать банк. Сейчас нам посередке вот выскакивает такой маленький гайд. Но вот когда начнется, собственно, сам взлом, нам выскочит менюшка, ну, точнее, будет выскакивать иконка умений, которым мы должны будем умений, которым мы должны будем использовать, чтобы успешно взломать. И вот сейчас, вот нам желают успеха, удачи. И начинается, собственно, сам ивент. Раз. Успешно. Опять успешно. И видите, каждый ивент, каждое действие сопоставимо действию персонажа. А так. Опять. Очень, на самом деле, интересно вот так вот сбоку это все смотрится. Ай, мы случайно нажали не то. Фейл. А, так. Все, остался еще один. И все. Вот, на этом должно закончиться. Нет, еще не закончилось. Все. Мы взломали. Свои персональные добро мы забрали. И теперь мы можем дальше продолжать квесты делать. Садимся на машинку. Удаляем камеру. И давим дальше наших пиратов. Следующий квест на очереди у нас это украсть всякие ништяки у нашего трейд-принца. Быстренько мы к нему запрыгиваем. И надеваем костюм хоб-гоблина. Чтобы вот злые дядьки нас не видели. Одеваем костюм хоб-гоблина и воруем. Воруем ништяки, собственно. Если вы хотите увидеть стелс хоб-гоблинов, вот он. Вот так вот. Ну, не знаю. Бежим мы дальше. Крадем портрет Моны Лизы. Ой, точнее, гоблин Лизы.
И осталось последнее, что у нас там осталось. Остался какой-то фалькон. Здесь уже все, кого все убили. Всех убили, точнее. Так что нам даже не придется скрываться. Так тут ходят мобы, которые нас могут спалить. Их убили, это к счастью. И вот убираем, забираем мы последнее. Садимся на машинку и уезжаем обратно сдавать квесты. Сейчас нам надо задавить еще 13 пиратов. И у нас будет новый эффект фазирования, и мы закончим практически в Кизане. Нам останется сделать всего там 2 или 3 квеста. И на этом, я думаю, наш стрим на сегодня закончится. Так, давим пиратов. Еще 10. Никто не хо. Вот еще один пират. И нету нигде этих пиратов, они все заныкались. Они не хотят умирать. Вот один попался. Осталось 7. Давайте съездим и в центр здесь. Здесь обычно много пиратов. Ну, здесь их нету, это, блин. А вот, нет, один есть. Остался еще 6. То есть удовольствие, на самом деле, от управления данной машинкой, от вообще всего геймплея, надо получать собственноручно, то есть качать гоблина. Я думаю, все этим займутся с выходом катаклизма, потому что начальный квест очень интересный по сравнению с квестами, например, того же Burning Crusade дополнения. Здесь введено фазирование абсолютно везде. А здесь есть интересные квесты с использованием машин. То есть все лучше, что принес Воталк в мир Варкрафта, использовано в квестах гоблинов и воргинов. Так. Все, сделали мы все квесты. Возвращаемся на базу. К нашим браткам и сестричкам. Включим радио. Оно здесь очень тихо играет, правда, но все же. Так. Все, сдаем мы наши квесты. Комплит. Вот. Берем мы ботиночки. И нам дают квест сейчас. Взорвать нашу базу, наш дом. Для этого нам надо использовать, перезагрузить все программы в доме, запустить некоторые механизмы, точнее. Так. Остается еще 2. Запускаем бомбу. И возвращаемся вниз. Здесь мы используем данный прибор. Тем самым отправляю вот такого вот газ-бота. Он бежит. И сейчас будет биг-бада-бум. Отойдем мы назад, чтобы было